кто сможет побить эти, скажи Да мне. мы тэпаемся. Вестибюль. Вестибюль. Кого побить? Не созвездие? Да нет, не созвездие, а звезды. Созвездие — это три хуйни, это... которые вызываются. Ну, которые завести надо. Да, да. К ним... Крипсус ДД? Ими занимаются танки и эти. Кто танковать будет? Лингрен точно, потому что он шарит. И кто-то второй нужен. Ой, я вообще давно не бил его. Как там просто, просто там... на 8 меняешься, на 3 стаках. 3 стака и меняешься. Так, хилов. Пока. Хилов побольше. Утырял. На 2-2-8 уже жопа горит, походу. А я после этого давал? Чё, тебе или уступишь? Не помню, с кого давал, бля, типа. Под... Или ладно, потом квесты сдам. Так, 8. Мне надо зайти открыть дверь. Ни у кого же нет ключа? Ну, кто-то делал, что сказать. Так, сейчас офнусь. Кто затанчит Алгалона? Могу я, в принципе, потанчить. В двух словах объясню. Ну тебе же нужен это. На трех стаках меняешься. На трех стаках меняешься на боссе. Когда не танчишь, заводишь созвездие в дырки. Только сам в дырки не зайди. Иначе на 10 секунд пропадешь. Все подохнут. И нужен еще ассист будет. Тут Лара, я думаю, справится. Помочь потаунтить звезды в дыры, заводить. Либо таунт, либо притяжка. Черные эти лужи. Да. Угу. Ну и нужна команда. В взрыве, что делать? Танки. Заходить в черный. Ну, танки не заходят. И ШП не заходят с тучкой. У кого символ на тучку есть, ШПшники? Шлафер у тебя есть? Сейчас суманете, открою дверь. Пиздец, прогружается нахуй. Даларан ебучий. Пишет, что ты состоишь уже в группе. Прогружается просто. Костя. Там у тебя приора, да, на следующий Т5 хватает? А чё? Просто спросил. Меня пока не хватает. А вы ЛГБТ? Отчёт пошёл, 2 часа. А потом с Эджу, наверное, будет лайк, да? А, у нас одинаковые токены? Угу. Ну, паладин, разбойник, шаман. А, такие же, как, блядь, и в каре, что ли? Да, ну, да, читали. Да, 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 да. Что ты, Сэджи, будешь потом лутать, да? 5, да. Да ты 5 себе будешь, ну, лутать. Топ-комплект. Я надеюсь, если у меня приора не будет, даггер мне закинут. Если я быстрее лутану Т5. А ты уже один даггер с лича брал? Нет. Только история брал. Он один раз падал всего лишь. Такс. Так, сейчас мы сделаем так, чтобы что-то точно не подохнуть. Давай Зози, короче, в доп хила. Подожди. Ладно, да, давай ты в доп хила. ДДшникам проще. Короче, да. Кто танчит? Лингрен и Хамасек, да? Дай Лингрен. Стрепсилс. Дай это. Друг друга в запоминание возьми. Дай Рэла. Че, у меня? У тебя, Лев. А, у меня. Так, сейчас мы пати обратно вернем. Туда, туда. Стрепсил станчит.
Сузи в хила спекнешься. Так. Я на ретрике побегаю. Друг друга в запоминании на четырех стаках меняетесь. Короче, там четыре сферы эти летают. По одной только разбиваете. Ну там Слава, наверное, метки будет ставить, по какой ебашить. Чтоб не, вы одновременно не захуярили. Две, три, бо будет вайп. Да, ты, кстати, макро сделай на ставить метку и все. Или у тебя есть? Да, есть. Так. И танк, кто танчит босса, видите, если он близко к сфере, отводите. Чтоб милики АУЕшка не захуярили. Самое главное, смотрите, что. Так, кто мне будет помогать? Я буду метки ставить, мне нужны команды РДД, которые, ну, не накручивают по боссу. Да, ты первый ДК начнешь. Шалфир и кто еще с РДДшников? Вот Фокс, в DC нормально слышишь? До 2.8 нормально слышишь? Вот Фокс, до 2.8. Да, ладно, давай Ляночка и 2.2.8. Вы про босса забудьте, он сам убьется. Ляночка 228 и Шелфир. Вот я ставлю метку, вы ее быстро зергаете. Вот если не надо будет зергать, то скажем. Ну, а хилы так работаете. То есть танка хпал держит, потом остальные 5 хилов на масухе. То есть у нас 3 эрдру и 2 ДЦшника. Спекните ДЦшников, холик, не надо с 3 эрдру. Вот, это... Еще будет кара небесная, на полу будет 3 красные метки, из них отбегать. Ну, от них подальше. Да, просто от трех красных кружков отбегаете в метров на 15. Главное, что когда отбегаете от одного, не подбежали к другому. Вот. Да, и смотрите, будут взрывать эти сферы, на полу появляются такие черные круги. В них, если зайдете, пропадете. Там мобы летают, их надо кайтить. Ну, короче, без команды в черные дыры не заходить. Будет какой там каст. Вознесение в небеса. Суровый удар. На 90 секунде боя. Это. Зайдите за линию, за комнату, то там исчезнет проход этот мостик. На суровом ударе надо будет заходить в черные дырки. Чтоб пережить этот удар. Там тоже надо. Зайди сюда. Кто там еще? А что, я не вижу, что-то суровый удар этот. Ну. Все, это самое, стрепсил, стыкни по боссу. Там пока будет запуск. Он пока попиздит. Тык не стрепь. Вот еще. Стоим, ждем. Друг друга танки в запоминание. Тутилар тоже на босса поменьше внимания, больше на эти, на сферы, а то они хилов разъебут. С бруста. Да, все, готовимся. Тогда отбегайте от этих кары небесной, смотрите, не попадите, блядь, в черный. Давайте с пула Геру побольше снесем. И потом сразу прекращать. Звезды появятся, сразу прекращайте АОЕ. То есть стойте там на автоатаке, на тычковых атаках. Все, вот звезды пошли первые. Ставлю звезду. РДДшники 3, которых просил. Зерганите ее. Как только рейд на фул хп поднимут. Так, 2 секунды. Следующую небесную отбежали. Красные точки отойдите. Следующую звезду поставил. Ну, пиздец, признан, сталку юзай захиливать. Не юзай, блять, захильте его. Следующую звезду поставил. На фул хп поднимайте. Пока никого не резаем, так побьем. Все, отойдите оттуда, отойдите, где умирает. В дырку не зайди, в дырку не зайди, эрдру. На фул поднимайте рейд и следующую звезду. Ну, захильте. Небесно отбежали от нее. Красные точки в милизоне, выйдите. Все, теперь просто захилимся. Помогаем заводить эту хуйню. Все, они исчезают. Смотрите, сейчас появится... Нурит инвалид Аланала Реса и быстренько его захильте. Сейчас появятся новые звезды. Мы одну сразу быстро зерганем. Готовьтесь. Сейчас скоро появятся они. Через 3 секунды. Готовьтесь, РДДшники. Ресники. Кара небесная. Аланал Реса Лингрена. Зерганите эту звезду, и все, и теперь захиливаемся. Идем к черной дырке. К черной дырке идем. Он встал. Захильте его. Готовимся заходить. Удар. Заходим в черную дырку. Отходим от того места, где она стояла.
Все, дальше бьем. Дальше. Стара небесная. Ты маз дал. Звезду поставил. Это выживайте. Играйте меньше по боссу, смотрите больше, что происходит. Дутилар, помогай заводить. Звезда, отойдите от дыры. Блять, вы в дыру исчезаете еще нахуй. Звезду еще бьем. В ДДшнике. И последний звезда. Кара небес. Рейд захиливайте. Сейчас рейд поднимут по хп и звезду добьете. Все, добили звезду. И заново подхили. Ну, блядь, пиздец, нахуй. Зози, резай Лингрена. Забери танк. Стрепсился, захильте. Это просто здесь все хилы подохли. Ну, я не знаю, нахуй. Внимание ноль. Я говорю поменьше внимания. Ну, сука. Залупа полная. Красные точки видно, нахуй. Прекрасно на черном полу. Один хуй дохнет, нахуй. По боссу играйте, фул, похуй на всю эту хуйню, блять. Уже нахуй, ну, мозга нету, нахуй. Один хули ДЦ нормально выживает. Ах, пиздец, блять. Неужели так сложно это все увидеть, блять? Кара не... Милики, отойдите. Заходим в дырку. Все, сейчас удар закончится, нас выкинет обратно. Все, танкуем, босса бьем просто. Танк опять сдох. Ой, бля, разброд полный, нахуй. Не забирает вовремя. Я же говорил, запоминание друг друга, блядь. Кара небесная, отбежали. Ебала, нахуй, ебаная. Все, падайте в пизду, цирк ебаный, нахуй. Падайте. Падает. Пару вайпов надо вспомнить. Кто сказал, что не забираем вовремя? Не-не, там, по-моему, не прохиливаем, не там, успеваем. Там хилы не успевают, нахуй. Они успевают почему? Потому что некоторые возле кары близко стоят. Некоторых убивает эта хуйня созвездия. Ну я не знаю, Рокшейн просто где-то в дырку зашел, нахуй. Танк издох, нахуй. Вот и вся, весь ответ. Рокшейн, ты же тут был. В прошлый раз, нет? Да я с работы играю, меня подлагивает иногда. Ну, надо, наверное, просто в хила спекаться в седьмого, и все, это тогда нормально будет. Ой, я в холика спекнусь, ДЦ. Не надо здесь, не надо здесь холик. Вообще не надо здесь холик. У тебя три друга времени, зачем тебе холик? Мы мешаем друг другу, а у Хэприста очень хороший абсорб идет массовый. Просто пати разделите, по которой вы ходите. Урон идет по всему рейду после каждой звезды. Звезды взрываются каждые 15 секунд. В среднем. Вот, и вы должны этот урон поднять быстро. Вот друид инвалид пятую и четвертую пати, и остальные, допустим, один друид третью, другой первую, вторую. Все, проблем никаких нет. Никто мешать никому не будет. Это не трудно сделать. ДЦшники то же самое. Сильный ДЦшник четвертую, пятую и третью начинает. А второй миликов, который послабее миликов хуярит. Первую, вторую пати. Ничего сложного. Сейчас попробую похилить танков, может не упадут в этот раз. Так, Призан ушел ты или тут еще? Когда умирает звезда, на которую я ставлю метки, нужно отойти оттуда, потому что там появится черная дыра. Если вы в нее исчезнете, то, соответственно, ваш хил превратится в ноль. ДПС в ноль, танкование в ноль. Поэтому, чтобы не исчезать, нужно находиться там, где нет звезды. У которой мало хп, и которая сейчас умрет, которая появится дырка черная. В эту дырку заходит только на каст, который раз в 90 секунд появляется. Надо вместо того, чтобы бить, сломя голову этого босса, у которого 20 лямов хп, надо смотреть на то, что происходит тут. Не делать глупостей никаких. Там 30 лямов. Ну, так разница-то какая, похуй. Вот рыба. Ешьте. Сейчас он будет побыстрее запускаться. Поменьше пиздень будет. Он простой. Просто смотришь красную хуйню, сбьешь звезды. Леха, дай прото. И касочку можно? И лапку. Отлично.
Частицу держи, не на себе. Тебя похилят хилы, а на лингрине держи. Я на стрепсисе буду держать. Че, поехали. Готовься ловить стрепсис. По лагеру. Да. Геро. Что-то лингрин где-то далеко. Он тут вообще в комнате? Да. Я жду. Сверки. Вот звезды через 2 секунды. По танку бьет сильно босс, если что. Так что надо держать его хорошенько. Вот. А, я не ставил, кстати, метку. Кара небесная, съебались. Короче, вот эту зерганите. Там еще пол хпшная есть. Ну, это. Ее не бейте. Милики, не бейте его, не бейте. Ну, я так не могу нахуй ставить. Отведи, ёп. РДД бейте. Милики, не бейте вот эту под боссом, которая. Надо и хилить нахуй, еще и метки ставить. Шалфир, ты можешь метки поставить? Ладно, похуй. Делайте, что хотите. Ну, так хуй объяснишь. Это надо и хилить, и играть нахуй, еще и метки ставить. Шалфир сдох. У кого БР есть? Red Fox, Рес и Шалфира. Звезду последнюю добейте, вот без метки. Спасибо. Захиливаемся. Кара небес. Красный. Отходим к красной точке. Ждем суровый удар, сейчас будет скоро. Пиздец, его опять сейчас ебанет. Возле дырок суровый стоим. Удар на 3 секунды. Возле дырок стоим, чтобы вы не на 300 километров были. Звезду, ну куда вы ее бьете, блять? Нам сейчас заходить. Забежали в лужу. Пиздец, нахуй. Слава, захиль себе. Красная кара точка. Небесная, съебали. Давайте переводим. Спасибо, блядь. Ну вот ебал нахуй. Кара небесная, съебали. Забирай. Кара небесная, съебали. Не бейте звезды, бейте босса. Некому уже захиливать, там людей нету захиливать. И ДДшников дохуя лежит. 5% бейте. Появятся 4 дыры квадратом в этом круге, в комнате. В них не попадите, либо в центре стоите, либо на кара небесная, съебали. В дырку заходим. В дырку заходите быстрее. И отходите с того места, где она стояла. Я понял, нахуй. Падайте. Это залупа ебаная, нахуй. Шалфир, ты тут в Дисе можешь говорить? Сейчас тупо дырка перед ебалом закрылась. Пиздец, нахуй. Ой, блядь. Есть какой-нибудь человек, ДДшник, нахуй, который может звездочки поставить? Есть такое, блядь? Не побить босса, а звездочки поставить, потому что надо мне похилить. Или нету? Надо кому-то просто это, на атакующий скилл написать макрот, чтобы он на свою цель, когда в нее туннелит, сразу ставил метку. И все на эту метку ориентировались. Он свичнулся, все свичнулись. Надо какого-то ДД просто... Какой-нибудь ДДшник есть с голосом в Дисе, кому можно дать ассисты, чтобы он поставил звездочку? Ясно, нахуй. Милики могут бить ее? Достанут. Да могут они бить, блядь. А просто когда она умрет, дыра появится. Тебе нужно отойти до того, когда она умрет. Да. Типа заебись, блядь. Ну, сами люди не угадают, как надо бить, блядь. Видишь, стопнуть не получается, мы две дыры сразу взрываем. Ну, две звезды, блядь. Гамасек, куда я сейчас? Ага, Масек.
чисто побегаешь, поставишь эту хуйню, там бить босса не обязательно. Хорошо. А то, блядь, не похилить нихуя не получается, нахуй. Босс несложный нихуя, просто появились 4 звезды по очереди, их взрываешь, чтобы мы захиливали. Между взрывами, чтобы секунд 10 было, мы за 10 секунд спокойно успеваем поднять рейд. И звезды заводите, свободный танк и тутилара. И консилятор, смотри, тоже еще помогает. Да и вообще все могут. А красные дырки вообще, ну... Отбежать, я думаю, несложно, блядь. Они появляются, блядь, на полу красные, яркие. Просто от них отходишь и все. И там, когда вы этот в тьму заходите, там либо примораживаете мобов, либо что, их бить не надо, просто надо выжить. Просто надо катить их. И глыбы, и баблы не нажимать, а то вас выкинет, и суровый удар через эту хуйню пробивает. Через глыбы, через баблы. Сейчас 5 сек подойду, бесенька. Кто это? Кто там порно на заднем плане? У меня... Извини. Ой, блин. РДДшники там... У тебя есть макрос на звезду? А, вот я поставил. Этот... он ставит звезду, вы бейте. Ну там смотри вокруг, какие звезды. И милики, смотрите, стопайте, есть звезда под боссом. Босс потому что быстро не отводится, он большой. Хитбокс у него. Короче, тут по очереди, чтоб все подряд не хуярю. Понял, блин? Да, по очереди. И в идеале там, когда вторая пачка звезд появится, на минуте 15. Одну ебануть перед заходом сурово. Все на месте. Все, это даю отчет. Он чуть позже запустится, секунд через 7, там, когда его спугнешь. Геро. Шаман Лимон. Звезда 8 секунд. Он отошел. И девушки как звезды. Че, ебанули? Опа, кара, съебались. Опа, звезда. Где звезда? Ну ты 4 звезды видишь, нет, или что, или вообще, или как? Я поставил, блядь. Первая пошла, понял. Следующий пишу. Звездочка стоит. Отведи от звезды. 2 секунды. Следующая звезда. Кара небесная, съеба. Сейчас у меня здесь сдохнет звезда. Аланал ресы друида инвалида. Так, забирай. Забрал Лингрен? Забирай. Пиздец, хпал нахуй, ну. Вы заводите... Кара небесная, съебались. Заводите хуйню, пожалуйста, в черные дыры, блять. Они хилов съедают. Суровый удар. 5 секунд. Так, порталы, жопу, готовьтесь. К дырке подошли скоро. Суровый удар. Забегаем. Забегаем. Пиздык. Чё, блять, я понял, нахуй. Мобы, у них надо катить. Кара небесная. Аккуратно. Звездочку разбили. Кто звезду не разбил, тот вялого пригубил. Отведи живое созвездие, отведи в портал. Лишь привязал их. Кара небесная. Так, понял. ХП сколько у босса? 48. По боссу просто играть. Звезды, БР, БР есть у кого БР? У Зози у тебя есть? Есть. Зози есть.
Давай, блядь, друида инвалида ресни, может похилит, еще поможет. Кара небесная, съебали. Суровый там скоро, да? Суровый, 15. Готовимся, дырки ищем, чтобы сразу возле дырок стояли, а не напротив них за 50 метров. Так, следующая пошла. Сначала кара небесная, и там же будет суровый. Возле дырок встаньте, дырки. Кара небесная. Так, кас пошёл. Дырки, 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 в дырке. Отлично, молодцы. Друид инвалид, ну пиздец, нахуй. Звездочку разбили. Не бейте, все, это последнее, не бей больше. Босса, босса бейте просто. Мы тут три хила, отводите от, хуй захилим эту хуйню, нахуй. Встаньте в центр, все, не бейте. Кара небесная, съебались. Блять! Не бейте никакие звезды. Созвездие, то, то танки-то унтите на себя по возможности с хилов. И все, до 1% в центр встаньте комнаты. То вы сейчас исчезнете, танк исчезнет, это вообще очко будет. Вот дырки 4, а исчез, да, танк? Да, танк очко. Забери, сколько на тебе стаков? В центр поставь его. Дайте войско, консилятор. Че босс на мне, а вот все. Кара небес. Кара жмыхай. Жмых. Кринж нахуй. Вот потом, когда в Геру придем, хоть будем представление иметь, что делать. Кара небесно съебали. Все, захуярили, пидора. Сам сосать, никому не вынимать. Молодцы. Не, ты мне расскажи, вот меня в первый раз убили, блядь, звезды. Мы зашли в портал, меня убили ада, блядь. Мне что, как, блядь, другие-то делать? Мне не хилить вообще? Ну, чтобы меня не били. А такая хуйня, видишь, ты... Вот это видишь, сколок 100%. Это приморозку надо делать, тебе надо отбегать. Маг должен дать приморозку, а там, видишь, никто не дает. Кто-то с одной стороны, кто-то с другой зашел. Ну, не знаю, надо себя хилить. По сути, звезда, она не может шотнуть. Если три звезды и две из них хотя бы завели, то одна тебя никак не шотнет. Вот, а в актуале она шотала. Били три звезды. Ну вот смотри, у меня в одну секунду прилетело от живого созвездия две тычки по 7,5 и потом взрыв. То есть может быть и такое, это никто не застрахован. Там дохуя чего может быть. Просто мы калично выполняем все. Все покрасивее, по филигране надо делать, и тогда нормально будет. А, тут квест, короче, на кольцо, вот этот код отклика, по-моему, 39-е. Не знаю. Да, кольцо 239. Не знаю, кому оно надо. Можно триньку одну забрать. А триньки кому нужны вообще, вот эти на хосту? Я бы забрал одну хостовую. На ДК. Я бы на ретрика взял, у меня триник нет. Какой ретрик? Ну, мне на успех, Рокшейн говорит. Рокшейн. Если никому не надо, я буду... Смотрите, делать. Если кто-то будет носить, вот у Рокшейна, у Титилара по одной триньке. Космос, успел. Чё, можно портал магии Даларан? Сейчас 200 бы кину. Ну чё, почилить, блять, время мало, конечно. Какую чилить уже? Чё сейчас 8 часов будет? Вторая 20 ульда. Минут, вторая ульда, нахуй. Я пойду сдам квест. Ладно, ребятки, давайте пока. Я с вами не пойду. Спасибо. Я отдыхать буду. Может, как Гера начнем лучше? Душой и телом. Вот на тебе. Космос дать? Гляньте. Космос. Давайте породим космос. Космос Тарс. Пойду квесты сдам, останется только печать Мирона когда-нибудь сделать. Какая же херня. Ну пол Волонира есть, считай. Зози? И в Даларане. Кто-то останьтесь один там, чтобы не развалился рейд, а то я квест не сдал еще. Хотя уже похуй времени должно хватить.
Ну, если сначала у льды, допустим, 25 человек сразу есть в рейде, то льда проносится... Зози паролу выиграл. У льда проносится полтора часа, а так мы-то шли, блядь, в 15 человек, нахуй. Дал 228, сами разбирайтесь там. Спасибо.